Свободен. Садись. Как спал? Как все честные люди, бессонница. Для честного человека ты слишком много наврал. Вот про это письмо, например. Я впервые увидел это письмо во время обыска у меня в квартире. Там даже отпечатков моих быть не может. Ты же мент и не дурак. Когда тебе нужно объяснить отсутствие следов, я у тебя сразу мент и не дурак. Как дело касается Вишневской, я сразу резко глупею и становлюсь ее марионеткой. Ты уж определись. То есть ты утверждаешь, что это письмо не читал? И о романе твоей жены с Вишневским из него не узнавал. Утверждаю. Понятно. На этом письме были обнаружены отпечатки пальцев Киры Вишневской и ее матери Ольги и еще двух неустановленных лиц. Что об этом думаешь? Вместе писали, наверное, как запорожцы турецкому султану. Я тебе расскажу, как все было. Вишневская и ее мать написали тебе письмо, в котором рассказали о романе твоей жены и Вишневского. Ты познакомился с Кирой, и вы задумали убить своих супругов. Ты убил Риту, а Вишневская подпортила тормоза в машине мужа, а потом добила его в больнице. Я это письмо не читал, и с Кирой Вишневской до аварии знаком не был. Вот у меня есть свидетель, который видел тебя и Вишневскую в кафе до аварии. И судя по его показаниям, вы очень мило общались. Как-то странно для незнакомых людей, не правда ли? А еще ты виделся с Вишневским в отеле. Как пообщались? Наверное, неплохо, даже подрались. А потом тебя 3 часа не было на работе. И за это время погибла Рита. И в аварию попал Вишневский. Из-за машины без тормозов. То есть ты реально думаешь, что я мог хладнокровно убить женщину, которая родила мне сына? Не твоего сына, Игорь. Нет, понятное дело. Вторая жена изменяет тебе так же, как и первая. Еще и ребенка родила от любовника. Заткнись. Нет, ну понятно, у вас общая беда, общая боль. Ты и поплыл. Знаешь, я все понять не мог. Ну вот чем она тебя взяла? А вчера понял. Она тебе надежду дала. Вот после всех этих обманов и измен, она дала тебе надежду, что можно жить честно. Я сказал, заткнись! Сам заткнись! И тут ты встрял по полной. Потому что найти более лживую бабу, чем Вишневскую, еще попробуй. Дежурный! Вань, я здесь. Денис, ты плакал? Нет. А я, знаешь, очень сильно испугался. Я думал, все ушли и оставили меня с той тетей. Но ее тоже нет. Денис, она правда твоя мама? Разве что по крови. Меня воспитывала твоя мама. Рита.
Ее я считаю своей матерью. А почему мама умерла? Полгода уже домой ночью возвращаешься. Зато с Ванюшкой удобно. Рит, его в садик уже пора. Но я так в деньгах потеряю. А садик – это постоянные поборы. То на занавески, то на игрушки. Рит, ну прекращай. Ну что это? Это наша почта. Ты что, поругался с почтальоном? Пожибся, и мама вернется, твоя же вернулась. Вань. Рита не вернется. Если бы я мог хотя бы что-то исправить. Да, мам. Алло. Кира, ты должна мне помочь. Скажи, что мы взяли ее из детдома. Нет. Но если она узнает, это будет катастрофа. Она уже знает. И катастрофа будет городить одну ложь на другой. Тогда мы окончательно потеряем ее доверие. Да, мама. Была. Вы Ника Лютаева? Да. А вы кто? Я Юля Диденко. Медсестра. После моих показаний вашу сестру освободили. Это вы видели Киру на крыше? Присаживайтесь.
ваша мать мне заплатила за то, чтобы я это сказала. Значит, вы не видели Киру? Нет. Значит, Кира могла убить Диму? Я не знаю. Но я не шантажировала ее. Пожалуйста, помоги мне. Как? Убеди свою мать забрать заявление о шантаже. Я ей помогла. А она мне всю жизнь сломала. Какое заявление о шантаже? Как успехи? Осталось проверить десятка два синих фордов. Знать бы хотя бы одну цифру номера. Макс, а у тебя остались кадры с дорожной камеры в день аварии? Да, я их отработал. А может, там были еще нарушители либо до Вишневского, либо после? То есть, если там был Бондарь, то он вполне мог проехать... На камеру с превышением скорости. Давай еще. Да, секунду. 9.42 машина Вишневского, 9.41 легковой автомобиль, 9.38... Стоп! Старый Форд. Увеличить можешь? Да. Читается номер. Пробивай. Есть. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сделать так, чтобы ко мне не пускали одного человека? Этот человек меня очень расстраивает. Ну, можно, конечно. И кто же это? Ольга Лютаева. Ваша мама? Это она говорит, что она моя мать. Хорошо. Спасибо. Тетя Валя? Марина? Рада видеть. Ну, а я как раз ваших пряников любимых взяла. Да какие пряники, Марина? Мятные. Ты к нам надолго? Навсегда. Жду на чай. Вы с ума сошли? Немедленно меня пропустите. Приказано вас не пускать. А что здесь происходит? Этот идиот спутал меня с кем-то. Я сейчас найду Черненко и... Черненко звонил 5 минут назад и сказал вас, Лютаеву Ольгу, не пропускать. Это просьба пациентки. Это ты? Ты это устроила? Мама, я только что пришла. Кира, Кира, Кира! Мы должны забыть разногласия. Ради Ники. Сестра не должна пострадать. Она не моя сестра, мама. Она моя дочь. И она больше не пострадает. Кира, пожалуйста. Мама, а ты знаешь, что Юля Диденко тоже лежит в этой больнице? Ты знаешь, что она хотела покончить с собой? Из-за тебя. Потому что ты ее шантажировал. И что ее будут судить. Невиновного человека, мама, будут судить. Потому что ты идешь по людям к своей цели. Моя цель... сохранить семью. А твоя разрушить. Ты в прошлом потеряла дочь. Недавно мужа. Сейчас вот от матери отказываешься. Скоро сестру потеряешь. Кира, ну когда ты приползешь ко мне на коленях, я приму тебя.
А давай поедем к Ире? Или папа, когда вернется, рассердится? Он вернется? Вернется. А когда? Скоро. Папа! Привет! Это твоя мама пришла. Ой, Лушечка. Ванюша. Будешь молочную кашу? Не. Хорошо. Зачем молоко? Ну, я же должна как-то объяснить свое отсутствие. Кому объяснить? Рит, мы же договаривались. С этого дня все. Тебе не надо ни перед кем отчитываться. Ты свободный человек. Ты моя жена. Поехали за Ваней. Я не могу так. У меня одна жизнь. У тебя тоже. Или ты собираешься еще 6 лет ждать? Я тебя отвезу. Вот это поворот. Ну все, улетела птичка. Что делать будешь? Езжай за ними. Езжай. Так не бывает, чтобы столько лет забивать на всех, а потом вернуться, будто ничего не было. Денис. Я знала, что твой отец женился на Рите. Ты ее принял. Мне что, надо было лезть в чужую семью? Надо было бросить своего сына. Прости. Хорошая мать должна бороться за своего ребенка. Даже с его отцом. Я тебе не верю. У тебя нет никакого права здесь находиться. Выгонишь меня на улицу? Отец выгонит. Нет, я не хочу с ней оставаться. Пойди поиграй в комнате. Я есть хочу. Я что-нибудь придумаю, как вернусь. Хорошо? Ванюшечка, ты какую кашку ты будешь? М? Может, чипсы? Ваня! Выходи!
Я тебе витаминчики принесла. Фрукты. Имя Юли Диденко тебе о чем-нибудь говорит? Благодаря ей меня выпустили. Ой, ее отлично отблагодарили. Твоя мать написала заявление о шантаже. И эта Юля чуть себя не убила. Я только вчера об этом узнала. А если она выйдет в окно? Как ты будешь с этим жить? Ника. Ника, зачем ты так? Ну, я правда не знаю, как ей помочь. Эта мать написала заявление. Ты можешь дать показания. Езжай в полицию, Кира. Докажи, что ты хоть немного моя сестра. Я не твоя сестра. Тогда и поговорим. Ванюш! Ну давай! За папу! За маму! Хорошо. Давай тогда просто поговорим с тобой. Раззнакомимся. Я не хочу с тобой говорить. Маринка. Привет, привет. Слушай, ну выглядишь сказочно. Спасибо. Ну, проходи. Спасибо. Синий Форд проходит по делу Ники Лютаевой. Всего в области зарегистрировано 56 таких Фордов. Один из них зафиксировала камера, которая находится в 3 километрах от придорожного кафе, возле которого убили Риту. Дальше. Форд попал на камеру за 4 минуты до машины Вишневского. Они ехали в одном направлении. Одна и та же машина связана с 2 преступлениями. И оба преступления связаны с Игорем. Или с его сыном, Денисом. С чего ты вдруг? Форд оформлен на Виктора Кравченко. Это одноклассник Дениса Бондаря. Я был у него дома, мать соврала, что он живет у отца, а соседи сказали, что позавчера он ночевал дома. Добавляй свои наработки. Пап, тебя отпустили? Здравствуй, Денис. Меня зовут Максим. Я работаю с твоим отцом, и нам нужна твоя помощь. Можешь подъехать в отделение? Нет, сейчас не могу. Ванька на мне. Послушай, это очень важно. И для расследования по делу Ники, и для твоего отца. Ты знаешь Виктора Кравченко? У него старый синий Форд. Да, был такой в классе с таким... Ванька! И Кира так легко ушла? У нее не был распакован чемодан. Я просто ускорила ее отъезд. Тут
Все очень сложно. Ты не знаешь? Нет. А что? Игоря арестовали. Да ты что? Думают, это он убил Риту. И как ты теперь? Главное, крыша над головой есть, а остальное потихоньку. Главное, что ты остаешься, а Ваня можно завтра обратно в сад. Отдохнешь. Мальчики, что случилось? Ваня чуть под машину не попал. Чем ты тут занимаешься? Господи, да мы только на секунду отвлеклись. Он маленький, за ним смотреть надо. Ванечка. Ванюшка, иди ко мне. Пойдем погуляем. Отдохну. Я хочу отказаться от алиби, которое мне обеспечила Юлия Диденко. Ну, честно говоря, у вас и так его практически нет. Ну вот пускай совсем не будет. И как же тогда вы объясните слова вашей матери о том, что Юлия Диденко вас шантажировала? Прошу. Обещала рассказать о том, что это вы сделали смертельную инъекцию мужу, если вы не заплатите деньги. Это ложь. Чья? Моей матери. Ольги Лютаевой. Против матери идете? Ну, хорошо. А как вы объясните то, что на письме, которое мы вчера обнаружили при обыске у Бондаря, обнаружены отпечатки пальцев ваши и вашей матери? Вы, наверное, вместе писали эту анонимку, да? Вот только, пожалуйста, не говорите, что вы это письмо вчера видели впервые. Я действительно держала его в руках. Но мамы рядом не было, только Ваня. По вашему сведению, ребенок свидетелем не является. Я это знаю. А может, вы знаете, в каком отеле ночевал ваш муж в ночь перед аварией? Нет. Но ведь это вы привезли вашего мужа пьяным к отелю. А ключи на ресепшн отдали через полчаса. Где вы были все это время? Я все это время была дома. Но этого никто не может подтвердить. Госпожа Вишневская, у вас нет алиби. Это вы той ночью повредили тормоза автомобиля вашего мужа. Дежурный! Я же просила. Уходи. Ника. Ты не можешь со мной так поступить. Могу. Если ты сейчас не уйдешь, я закричу. Хорошо. Хорошо. Я уйду. Ника. Но тебе придется меня услышать так же, как и Киру. Забери заявление против Юли.
Если ты не заберешь, ты меня не увидишь. Давай поиграем в шпионов, давай. Хорошо, а когда игра начинается? Вот уже началась. Так, пойдем. Пойдем. Ванька, беги! Ко мне менты приходили. Не надо было Нику трогать. Мы твой долг продали. Теперь с тобой другие разбираться будут. Валим! Можно было ей позвонить. Я должна забрать заявление против Диденко. Это неразумно. Сделайте, что нужно. Вы из-за наследства бороться передумали? Аргумент. Для чиновника, который будет принимать решение по Бондарю. Дала показания. Ты поедешь со мной? Глаза бы мои не видели ни тебя, ни Ольгу. Вспоминая нашу жизнь, мне хочется кричать. Какая моя настоящая фамилия? Значит, правда от тебя я не дождусь. Я твоя мама, Ника. Я так давно мечтала тебе об этом сказать. Что сказать? Ты мне совсем чужая, Кира. Посмотри, как мы похожи. Ты помешалась на детях из-за своего бесплодия. Лезешь ко всем. Разрушаешь семьи. Из-за тебя Дима умер. Это жестоко. Оставьте меня в покое. Ты и твоя мать. Что с ней? Что случилось? Проверю. Ты здесь один? Я жду маршрутку.
она ведет до полиции. Мой папа полицейский. А маршрутки тут не ходят. А ты знаешь номер телефона папы? Я забыла. Тогда сделаем так. Я позвоню в полицию и попрошу, чтобы соединились с твоим папой. Фамилию не забыл? Я вас не знаю. Ванька! Куда же ты убежала? Спасибо большое. Я боялся, что с тобой что-то случится. Я останусь совсем один. Я хотел найти папу, чтобы он тебя спас. Он вернется. Я обещаю. Вишневская уже в своем доме. У нее была цель избавиться от тебя. Теперь дорога к деньгам покойного мужа открыта. Осталось только забрать Ваню. В опекунский совет подан иск о лишении тебя родительских прав. А к иску приложен тест на основе биоматериала Вишневского и Вани. Как ты думаешь, кто мог взять биоматериалы? Неужели Кира? А, ну ты что? Ну, конечно, не может быть. Вы нашли место, где убили Риту? Да. Где? Неподалеку от придорожного кафе. Километра 3-4, не больше. Недалеко от этого кафе я в первый раз встретил Вишневскую. Около 9 утра. Она была одета в спортивный костюм и бейсболку. Я ее чуть не сбил тогда. Она встала посреди дороги, как вкопанная. Игорь, ты ее не сбил? Или она остановилась посреди дороги? Отца скоро отпустят. Он не виновен. А кто тогда виновен? Скоро обо всем узнаете. Простите, если сможете.
Почему тебе прислали сообщение о выкупе? Ты что, знал этих уродов? Да. Значит, ты был с ними заодно? Нет, Ника. Я влип. Они меня шантажировали. Чтобы я с ними расплатился, они похитили тебя. У меня не было денег, я взял пистолет и поехал за тобой. Думал, что сам справлюсь с ними. Чем тебя шантажировали? Я виноват в смерти Риты, Ника. Я виноват в смерти вашего Димы. В твоем похищении. Отца из-за меня арестовали. Это ты убил Диму? Нет, нет. Нет, я никого не убивал. Но это все началось из-за меня. Когда я пытался удержать Риту. Почему ты молчал? Я хотел быть героем. Отец в тюрьме. Ты в больнице. А Ванька без мамы и без папы. Я иду в полицию, Ника. Ты меня не простишь. Но я люблю тебя. Где Денис Бондарь? Скрывается. Ушел из дома и на звонки не отвечает. Но зато синий Форд появился у дома Бондаря. Его заметили прохожие. Надо объявлять план перехват. Товарищ полковник, посетитель капитана Романенко. Пусть зайдет. Пистолет, который нашли у нас, принес я. Отец не виноват. А ты знаешь, чье это оружие? Дмитрия Вишневского. Я все расскажу. Добрый вечер, Кира Викторовна. Разрешите войти? Извините, я занята. Я просто хотел узнать, как ваши дела. Ваша мать сообщила, что вы вот-вот вернете себе наследство и управление нашей компанией. Меня это не интересует. А это тот самый золотой мальчик, которому досталось все. Уходите. А почему я золотой мальчик? Это ведь сын Дмитрия Марковича. Значит, вопрос с наследством все-таки решается. Я вызову полицию, уходите. Хорошо, простите. Мне просто важно было убедиться.
А кто такой Дмитрий Маркович? Тебе папа когда-нибудь расскажет, когда придет время. Что, мой папа не настоящий папа? Твой папа самый настоящий. Он очень сильно тебя любит. Я хочу, чтобы ты меня сильно-сильно любила. Я буду любить тебя так же сильно, как я люблю свою дочь. А когда папа вернется? Я надеюсь, что скоро. Они меня шантажировали из-за убийства Риты. У меня не было денег. Тогда они похитили Нику. Адрес их знаешь? Виктор Кравченко, улица Луговая, 8, квартира 10. Николай Черный, улица Поперечная, 43. Квартиру не помню. Этого достаточно. Подпиши здесь. Сходится с именем владельца синего Форда. Поэтому я говорю правду. Или ты отца покрываешь? Он ничего не знал. Сынок, ты понимаешь, что ты уже на реальный срок наговорил? Дядя Олег, я не убивал. Веди его. Вставай. Проверим показания на месте преступления. Игоря туда везти? Да. Пусть по очереди рассказывают свои версии, а потом сделаем очную ставку. И чтобы завтра в деле об убийстве Риты Бондаря была полная ясность. Знакомое место. Что я здесь делаю? Выходи. Мы тоже туда пойдем? Жди. Риту здесь убили? Ты мне скажи. Что тебе сказать? Не шуми. Проходит следственный эксперимент. Отвечай на вопрос. Начинай. Мы находимся на предполагаемом месте убийства Маргариты Бондарь, произошедшего 20 апреля этого года. Все показания подозреваемого будут записаны. Вы были здесь ранее? Да. Когда? Неделю назад. Кто был с вами? Кира Вишневская. Мы оказались здесь случайно. Гуляли. Гуляли? И случайно забрели на место убийства. 20 апреля вы тоже здесь гуляли? Выключи камеру. Тогда в лес мы не заходили. Кто-то может это подтвердить? Наверное, нет. Есть кому подтвердить. Или опровергнуть. Кому? Что здесь делает мой сын?
Он утверждает, что был на этом месте в день убийства Риты. Не убивал. Потому что убил ты. Молодцы. Сына моего в оборот взяли. Не сядет. У тебя есть еще один сын. Не забывай об этом. У тебя же такой огромный дом. Почему ты у нас жила? Ты боялась здесь оставаться одна? Я бы тоже боялся. Видишь, как мы хорошо друг друга понимаем. А давай жить вместе. Ты сможешь Марину прогнать? Марина, мама Дениса. А что, если я скажу, что я тебя назначу своей мамой? Ванечка. Маму не назначают. А ты бы хотела? Здесь была убита Рита Бондарь. Повторите это на камеру. Да. Как это произошло? Он не будет говорить без адвоката. Прости, папа. Я стоял здесь. Олег Николаевич, зачем давить на ребенка? Никто на него не давит. Он сам к нам пришел. Рита сидела в машине и не видела меня. Мы с Витьком и Калином позвали Вишневского сюда. Я угрожал ему пистолетом. Каким? Замолчи! Где ты взял этот пистолет? Это наградной пистолет отца. Ты стрелял? Нет. Стрелял Вишневский. Я не знал, что у него тоже будет оружие. Он целился в тебя. Он меня, а я в него. Во время убийства здесь был твой отец. Нет. Молчи. Кто выстрелил в Риту? Вишневский. Рита увидела, что он целится в меня и подбежала ко мне, а он выстрелил. Она закрыла меня от пули и упала. Ты можешь показать, где она упала? Денис. Быстро в машину. Мне нужно поговорить с сыном! Хорошо. Как ты узнал, что они будут здесь? Я следил за ними. Просто хотел, чтобы она вернулась домой. Я думал, я его припугну, и он отстанет. Зачем ты врешь? Это я. Я убил свою жену Маргариту Бондарь из ревности. Отпустите Дениса. Папа, не надо. У Калина есть видео, он снимал все на телефон. Очередная ложь. Отпускаем старшего Бондаря. Пацан врет. Я не могу бросить сына. Я не могу его отпустить, пока дело об убийстве Риты не раскрыто. Свободен. Что ты здесь делаешь?
Ну что, раскрыли дело? Что, по-твоему, мы раскрыли? Ну, слышали мы версию Дениса о том, что Вишневский случайно застрелил свою любовницу. И что? Ну, мне показалось, Денис не врет. Но ведь Вишневского тоже пытались убить, испортив тормоза, а потом уже добили в больнице. Какую роль во всей этой истории играет Вишневская? Нам останавливаться нельзя. Ты думаешь, она испортила тормоза в машине мужа? Ну, ее администратор не опознал. Ну, значит, нужно искать другого свидетеля. Допустим, она привезла Вишневского пьяного в этот отель на его машине. Ну, она же оттуда сама как-то должна была уехать. Ночью. Правильно мыслишь. Ну, что ты сидишь? А что? Ну, давай пробей все службы такси. Не было ли там ночных заказов к отелю «Орхидея»? Есть. Давай. Кто тебя впустил? Денис. Денис бы тебя выгнал. Как видишь, не выгнал. Я ему нужна. А он тебе? Ты вообще знаешь, где он? Игорь, парню 18 лет. Вспомни себя. Я себя помню. Меня 18 лет не задерживали. Его задержали? За что? Игорь. Прости меня. Тысячу раз хотела вернуться, но у тебя была Рита. Ну как я могла лезть в счастливую семью? А я тосковала. Но я не хотела ничего разрушать. Почему ты объявилась именно сейчас? Узнала, что случилось с Ритой. Мне очень жаль. Я подумала, что вам нужна помощь. Я не могла не приехать, когда у вас такое горе. Наверное, в том, что у нас не сложилось. Есть и моя вина. Ты разрешаешь мне остаться? Где Ваня? Денис отвел его к Кире. Ты хочешь мне что-то сказать? Запер злой волшебник в этой
клетке. Ты спасешь меня? Да. Да? Как? Вот так. Ух ты! Смотри, на лодку похоже. Давай, они прыгнули в лодку и поплыли в дальние края. Папа пришел! Ну, иди сюда. Тебя отпустили. Ну, чем ты здесь занимался? Не скучал? Не, мы с Кирой разговаривали, как настоящие взрослые люди. Серьезно, о чем вы разговаривали? Смотри, какой огромный дом. Здесь есть страшные комнаты. Кире здесь страшно. Ее нужно спасать. Как же мы ее спасем? Марину прогоним, а Киру заберем в нашу квартиру. Ванечка, а отнеси куклу наверх в комнату. Спасибо. Пистолет. Не я его принес в дом. Денис? Да. Но стрелял в Риту не он. Твой муж убил мою жену. Я в это не верю. Он стрелял в моего сына. А Рита закрыла его собой. Я не понимаю, зачем Диме стрелять в Дениса. У тебя есть доказательства? Скоро будут. Ваня! Мы уходим! А Кира? Поехали. Кира, ты же меня обещал любить как святой. Тебя буду... Тихо. Давай играть. Ты будешь моей мамой. А ты тогда кто? Твоя дочка, кто же еще? Я как будто бы пошла гулять на улицу, а ты зовешь меня обедать. Так, обуемся, причешемся, завяжем шнурочки, поправим платье. Ой, воротничок надо поправить. Так, поправили. Ну, пока, мам. Доченька, пора обедать. Мам, ты чего? Я еще гулять не ушла. Пошли гулять, мам. Алло, Ника, не бросай трубку. Это очень важно. Здесь все началось. Давай без длинных заходов. Я так давно готовилась к этому разговору, что... Не могу подобрать слова. Что здесь началось? Ты. Давай, пап, сюда. Лютаевой. Это что, любовная записка? Отдай, пожалуйста. Школьную записку. Вадим твой отец. И моя первая любовь. Мы приходили сюда целоваться. Видимо, не только целоваться. Хотели жить вместе.
чтобы ты родилась. Вырваться, наконец, от мамы. Ну, когда она узнала, она грозилась обвинить Вадима в изнасиловании. И его забрали. Его родители увезли. Ты сделала это ради того, чтобы сбежать от матери? Ты даже забеременела ради этого? Нет, нет, нет. Я любила твоего отца, я его любила. Точно так же, как сейчас любишь Игоря, мама. Он твой способ вырваться. Потому что ты слабая. Ты никого и никогда не любила. Никочка, я тебя люблю. Поэтому ты меня отдала ей. Ты должна была отстоять меня. Я не хотела ломать твою жизнь. Ты не хотела ломать жизнь себе. Ты никогда не была моей матерью. Нечего и начинать. С Игорем. Он тебя простил? Сам попросил прощения. Да ты что? Угу. Привет. Привет. Привет, Ванечка. Ян, возьмешь Ваньку? Уже тихий час. В это время мы детей не принимаем. Ты ж всегда выручала. Я как раз домой собиралась. Ну да. Ванечка, пойдешь со мной? В порядке? Тактильные контакты запрещены. Оставим твою. Слушаюсь. Я скучаю по тебе. Ника. Я придурок, за которого столько людей пострадало. Ты признался. Это поступок сильного человека. Ну и что нового я услышал? Андрей, мне кажется, тебе тоже вот пора вслед за Бондарем. Свидание окончено. Выводи Лютаева. Я ухожу из дома. Где ты будешь жить? Свидание окончено. Девушка, выходите.
Ванька, я поговорю с отцом. Ты сможешь у нас пожить? Выходите. Капитан Бондарь, пару вопросов. Лейтенант Егоров, слушаю вас. Два отбитых дебила на синем раздолбанном форде. Одного из них зовут Коля Черный. Знаешь таких? Знаю. Что они еще натворили? Похищение человека с требованием выкупа. Где найти, знаешь? Пойдемте. Да без разницы. Немного подождем, а там по старой схеме. Согласен. Вот они. Эти. Эй, Шухер! Шухер! О, черт! Все, все, все. Куда? Телефон! Телефон где? В кармане! Пароль! Пароль! 69, 69! Думал меня напугать? А ты думал, Рита уйдет с тобой? Попробуй меня остановить. Дело об убийстве Риты можно считать официально раскрытым. Вишневский случайно выстрелил, убил жену Игоря. Еще раз прими мои соболезнования. Ты заметил, что Вишневский отвел руку? Он не хотел убивать Дениса, просто хотел его напугать. Это ничего не меняет. Когда сына отпустите? При всем желании, мы не можем это сделать быстро. Да я смотрю, вы и не торопитесь никуда. Не подтверждаются твои липовые версии, да, Андрюх? Игорь, ты не прав. Андрей ускорится. Это видео будет приобщено к делу, и это даст нам основание снять с Дениса обвинение в убийстве Риты. Разрешите идти? Да. Все вроде бы стало понятно, кроме одного. Что такое? Почему Бондарь не сознается, что дрался с Вишневским у отеля до аварии? Может, администратор отеля что-то напутал? Может. Но то, что это Вишневская манипулирует Игорем, факт. Даже в постель к нему влезла. Да. Слишком много ошибок мы совершаем в последнее время. Ну что ж. Начнем их исправлять. Ваня! Хотел гулять, ну и гуляй. Ну все папе расскажу. А я расскажу, что ты капризничаешь. Ты плохая, ты нам не нужна. Я хочу играть с Кирой. Все. Идем домой. А я не хочу. Быстро пойдем.
Да, мама. Кира, срочно приезжай ко мне. Это касается Вани. Ванечка в опасности. Мам. Здравствуйте. Добрый день. Красивый цветок. Да. Цветет. Я очень надеюсь, что он будет вас радовать. Я, по-вашему, преступница? Мы ошибались. Вы, Юля, простите нас. Я себя чуть не убила. Слава Богу, выжила. Так значит, я больше не подозреваемая? Больше нет. Андрей Петрович, пассажирка такси «Гранд» ехала не по адресу Киры Вишневской. Так, а по какому? По адресу ее матери, Лютаевой Ольги. Если Кира поехала к матери, значит, они заодно. Таксист Киру узнал? А я еще не успел встретиться с ним. Так в чем дело? Фомин дал время до завтра, бегом. Есть. Спи, пожалуйста. Привет. Привет. Прости, я тебя не ждала. Сейчас накину что-нибудь. Ты голоден? Проходи, я тебя накормлю. Переживаю за Дениса. Как у него дела? Я думаю, его выпустят скоро. Правда? Это ты все устроил? Спасибо. Спасибо тебе большое, спасибо. Что я могу не бояться за сына? Марин, встань, пожалуйста, ты мне есть мешаешь. Игорь, я была такой дурой. Ты самый лучший муж и отец. Thank you.
А у меня есть надежда. Спасибо. Было очень вкусно. Выбор Игоря. Ну, ты можешь пойти в суд и стать Ване матерью. Тебе не придется ничего доказывать и врать. Бондарь плохой отец. Я никогда так не поступлю с Игорем. Ты привязала к себе мальчика. Он доверяет тебе как матери. А ты выбрасываешь его из своей жизни. Я не знала, что ты такая жестокая. Денис, прости. Денечка. Тихо. Марина, просыпайся. Марина, это сон. Марина, просыпайся. Тихо. Приснилось, что Денис в тюрьме. Завтра ты должна уехать. Папа, я готов идти в садик. Доброе утро. Сейчас я отведу Ваню в садик, вернусь, чтобы тебя здесь не было. Ваня, скажи тете Марине до свидания, сегодня она уедет. До свидания, тетя Марина. Пойдем. Павел? Да, я из полиции. Звонил вам. Скажите, вы эту женщину помните? А что, я всех клиентов своих должен помнить? Это значит, что вы ее не подвозили? Это значит, что, скорее всего, она сидела на заднем сиденье тихо и за всю дорогу ничего не сказала. А эту женщину помните? Эту, да.
Это наша постоянная клиентка. Обычно мозг выносит. Я ее забирал возле отеля «Орхидея» ночью. Она там с любовником, что ли, была. Марина. А я мать Киры, Ольга. Чего вы хотите? Вопрос в том, чего хотите вы. Если вы решили подкатить к своему мужчине через ребенка, у вас ничего не выйдет. Ваня не родной сын Бондарю. Его отец Дмитрий Вишневский, мой зять. Если Игорь хочет воспитывать чужого ребенка, то значит он знает, что делает. Он любит Ванечку. Деньги его он любит. Деньги все любят. Наследство, который Дима оставил Ванечке, вам не достанется. Даже если Бондарь будет назначен опекуном. Если деньги достались мальчику, то ими может распорядиться опекун. Даже не мечтай. Всего хорошего. Привет, Тань. Привет. Слушай, меня на днях выписывают. Не знаешь, где можно комнату снять? Слушай, так давай ко мне. У меня соседка съехала, а самой снимать как-то не очень прикольно. Как тебе идейка? Слушай, ты меня очень выручила. Ну супер, класс. Все, пока. Городской суд вызывает Бондаря Игоря Алексеевича по делу относительно лишения родительских прав. Я могу тебе помочь. Почему ты не уехала? Ты меня не слышишь. Я могу помочь, чтобы Ваня остался с тобой. Как? Мы будем счастливой семьей на суде. Дети ее хоть не заставляют женщинам. Ты выиграешь право опеки над сыном. И потом я уйду. Если ты захочешь. Папа, папа пришел! Сынок, привет! Ну, как ты? Да, пойдем сейчас. Пойдем. Сейчас мороженку куплю. Ну
Мама, я буду бороться за Ваню. Поехали. Ты Киря? Денис. Давай своим ходом. В глаза все равно придется смотреть. И ей, и мне, и Нике. Можно хотя бы не сегодня? Садись. Мы не Киря. Доброе утро, дочь. Мам, не стоило. Ну, мы же семья. Все будет как раньше. Деньги на расходы лежат на прежнем месте. Я должна жить одна. Да, конечно. Когда мы вернем деньги Димы и Нику? Ника нас не простит. Ника любит комфорт. Ее бунт закончится тогда, когда она хлебнет. И она вернется ко мне. Так же. Как вернулась ты? Я не вернулась, мама. Ну, добро пожаловать. Это шкаф. Поделим его как-то пополам. Я надеюсь, у тебя не особо много вещей, да? Отлично. Это наша комната. Это мой диван. А вот это твоя кровать. Пойдем. Наш холодильник. Верхняя полка моя, нижняя полка твоя. Он плохо морозит, поэтому схема такая. Готовим один раз и едим сразу же. Так даже полезнее для здоровья. Стиралка, посудомоечная машина. Нет. Вот. И стиралка, и посудомоечная машина, и вообще все, что захочешь. Но если не нравится, то всегда можно вернуться к маме. Нет. Меня все устраивает. Только, пожалуйста, никто не должен знать, что я здесь. Никогда себя не прощу. Меня будут судить. Следствие еще не завершено. Лучше я бы тогда умер.
Рита жила бы. Денис, это моя вина. Ты знал, что она тебя изменяла? Я думал, все хотят сбежать от меня. А оказалось, я во всем виноват. Ты слышишь только себя, даже когда раскаиваешься. Это я виноват, пап. Я ни с кем не собираюсь делить свою вину. Ищи квартиру. Ты меня выгоняешь? Отпускаю. Отпечатки на анонимке, найденной в квартире Бондаря, принадлежат Кире Вишневской и ее матери, Ольге Лютаевой. Они сообщницы. У них был общий мотив – деньги. А если Лютаева действует одна? Кира действительно могла взять письмо уже в квартире Игоря? Неубедительно. Простите за опоздание. Олег Николаевич, Андрей Петрович, таксист опознал Ольгу Лютаеву. Он вез ее ночью от отеля. Я уже съездил в эту орхидею, администратор не уверен, но, похоже, пьяного Вишневского в отель везла не Кира, а ее мать. Мам, я пошла. Ты все-таки уходишь? Попробуй найти Нику. Боюсь, что она у этих уголовников в Бондаре. Мама, а как давно ты знаешь, что Дима мне изменял? Я знаю тебя. А что? На письме, которое отправили Игорю еще до аварии Димы, твои отпечатки. Бред. Мне сказал об этом следователь на последнем допросе. Но если бы там были мои отпечатки, то следователь должен был сказать об этом мне. Боюсь, тебя разводят. Марина дома. Не хватило духу ее выставить. Меня могут лишить родительских прав и отобрать Ваньку. Это как? Вишневский биологический отец Ваньки. Есть тест ДНК. Какое им дело до нашего Ваньки? Откуда они узнали? Матери Кира. Она на меня заявила. Из-за денег? Да. А Кира? Она ведь тоже... Я не знаю. Денис на суде. Нам надо изобразить счастливую, крепкую семью. Нам надо показать, что у нас есть мать. Ты ей доверяешь? Как-то она вовремя вернулась. Будто знала про наследство. Посмотрим. Посмотрим.
Простите, а где Ника? А она уволилась. Как? И где ее найти? Я, к сожалению, не знаю. У нее все хорошо? Да, вроде да. Она, кстати, попросила забрать свои вещи у вас. Можно? Конечно, можно. А у меня как раз через 5 минут обед. Может быть, сейчас? Как вас зовут, простите? Таня. Таня, я буду ждать вас в машине. Хорошо, спасибо. Теперь у нас все будет хорошо. Обязательно. Мойте руки, я накрываю на стол. Я вообще-то к Нике хотел сходить. Она тебя ждет? Ждет. Она даже ко мне туда приходила. В душ сходи. Вообще не понимаю, что она в тебя нашла. Просто в их семье нет иммунитета от бондарей. Ни в одном из вариантов завещания Ольга Лютаева не была наследницей Вишневского. Но она знала, что в первом варианте завещания все было описано ее дочерью, Кире Вишневской. Думаю, да, знала. А какая была реакция у Лютаевой, когда она узнала, что Киру вычеркнули из завещания? Да она убить меня была готова. А Вишневского? Могла ли Лютаева убить Вишневского, если бы узнала, что он готов внести изменения в завещание? Послушайте, я ведь просто адвокат, а не ее доверенное лицо. А мне кажется иначе. Нет, вы ошибаетесь. Я не выношу эту женщину. Вы сфабриковали алиби для Вишневской. Вы дали ложные показания против этой несчастной медсестры. А теперь вы подаете иск от имени Лютаевой. Так может и об изменении в завещании вы и заранее сообщили, а? Но ведь здесь был Бондарь, опекун наследника. Он же видел реакцию этой женщины, она была ошарашена. То есть вы продолжите помогать Лютаевой отбирать наследство у Бондаря? Она... моя клиентка. А ведь мы можем привлечь вас за пособничество. Не можете. Семен Витальевич, когда вы будете выносить решение по иску о лишении Бондаря родительских прав, пусть ничто не влияет на вашу объективность. Даже наша встреча. Нет, ничего возвращать не надо.
Мы собирались на ужин в ресторан. Забыл? Послушай, а давай возьмем какой-нибудь очень горящий тур. Махнем в отпуск. Я так устал. Но ведь у тебя же была важная клиентка. Была. Сплыла. И еще. Я хочу сказать. Я тебе изменял. Но больше это никогда не повторится. Я знаю. Мой отец этого не допустит. Жду тебя внизу. Я собрала все самое необходимое. Угу. Вы не волнуйтесь, я вызову такси. Спасибо большое. А то у нас, знаете, лишних денег нет. Практически вся зарплата на квартиру уходит. А еще и кушать что-то нужно. Так что спасибо большое. Так Ника живет с тобой? Да. Извините. Просто она просила, чтобы никто об этом не знал. А давайте я вам продукты куплю. Хорошо? Что вы, не стоит. Правда, у нас и так маленький холодильник, и морозит плохо, и будет очень обидно, если все пропадет. Так что... Все можно решить. Полная свобода. Не так уж и плохо. Денис, что будет дальше? Отец сказал, меня будут судить. Я не хочу ломать тебе жизнь. Терять тебя тоже не хочу. Прогони меня. Пожалуйста. Андрей Петрович, видео с парковки сохранилось. Лютаева не выезжала на своей машине в ночь убийства Вишневского. Едь на работу. Скоро буду. Но мне скинут записи с камеры, я все еще раз пересмотрю. Нужно еще раз проверить автомобиль на наличие отпечатков пальцев Ольги Лютаевой. Я уже снял ее отпечатки в салоне автомобиля. Ничего удивительного. Зять просто мог подвозить тещу. А ящик с инструментами смотрел? Уже смотрел. А инструменты? Открывай. Галстук нужен. Ты же знаешь, я не люблю их. Не волнуйся. Все пройдет хорошо. Откуда ты знаешь? Часто за детей своих судилась. Я просто хочу помочь. Не обязательно на меня нападать. Извини. Марин,
Расскажи мне, что ты делала все это время, когда ушла от меня? Игорь. Я тогда сильно влюбилась. Просто крышу несло. Маленький ребенок, строгий муж. А ты ведь был моим первым мужчиной. Я никого, кроме тебя, не знала. А мне так хотелось свободы. Через год эмоции улеглись. Я повзрослела, но... ничего уже нельзя было исправить. У тебя была Рита. Я так по тебе скучала. Как? Скучала? Расскажи. Я все время чувствовала себя твоей женой. Марин, я не верю тебе. Слушал. А где жила? В Приморске. Пойду тоже оденусь. Мы спешим. Ничего не мог сделать. И никто не сделает, поверьте мне. А за границей? ФРГ делают такие операции. Но кто же вас туда пустит? Куда нужно идти? В консульство. Даже если произойдет чудо, и вас с сыном выпустят за границу, то это стоит очень больших денег, неподъемных для советского человека. Да. Ничего не делается без денег, доктор. В ночь убийства Вишневского на своей машине Ольга Лютаева не выезжала. Но в 2:39 мимо парковки к ее дому проехало такси. Логотипа не видно, но, скорее всего, это VIP-грант. Проверяйте. Олег Николаевич, помимо ранее найденных отпечатков пальцев Ольги Лютаевой в машине Вишневского, ее отпечатки... также обнаружены на ящике с инструментами и на самих инструментах. Картина складывается. Разрешите отработать версию по Лютаевой? Отрабатываю. Слушаюсь. Адвокат мерзавец отказался прийти. Зачем тебе адвокат? Для гарантии. Лютаева Ольга. Пожалуйста. Так, вот то, что меня интересует. Начало поездки 2:45 ночи, конец 3:12. Время ожидания 31 минута. Потом на этой же машине она поехала домой.
самое судовое. Же возле больницы. Я аниматор. Работаю в торговом центре в детской комнате. Вы помните ответчика? Да. Он не пришел за сыном вовремя. И даже когда закрылась детская комната, он тоже не пришел. И сколько мальчик пробыл у вас? Больше 8 часов. У ребенка не было еды и даже воды с собой. И я отдала ему свой обед. Вы привезли клиентку сюда. Дальше что? Ну, что? Ну, потом я ее ждал, как мы с ней договаривались. Сколько ждали? 30 минут, может, чуть больше. Так, что дальше? Что дальше? Ну, я ее отвез обратно по адресу, с которого забрал. Вы ее здесь ждали? Да, здесь я всегда тут паркуюсь, на этом самом месте. А почему здесь? Не самое удобное место для парковки. Камера в магазине напротив. Так спокойнее, особенно ночью. После смерти Димы у Ванечки не осталось кровных родственников. Но я к Диме относилась как к сыну. Ванечку я считаю своим внуком. Я здесь только потому, что я боюсь за его жизнь. У вас есть основания? Но Бондарь же знает, что не является отцом Вани. А что ребенка ждет? Вот что? Разве я могу оставаться в стороне? Вот вы сможете остаться в стороне? Неужели для вас мало свидетельств? Что Бондарю плевать на ребенка? Малыш почти все свое время проводит с соседкой Валентины. Больной, голодный. Он иногда даже остается у нее ночевать. А Валентина в зале суда? Подойдите, пожалуйста. Сколько времени мальчик проводит у вас? Ну так, по-соседски. Ну как не помочь? Такое горе в семье. Тетя Валя, ты как вы можете? Мне главное, чтобы Ванечке было хорошо. А больше я ничего не скажу. Ну, больше ничего и не надо. Ваша честь, можно мне слово? Да, пожалуйста. Эта камера работает? Да, работает. Но вообще-то дольше недели видео не держится, затирается. Значит так, слейте мне всю информацию с этой камеры. Да, хорошо. Я Кира Вишневская, вдова Дмитрия Вишневского, биологического отца Вани. Я знаю эту семью очень хорошо. Ваня мне очень дорог. Вы хотите стать его опекуном? Ваня мне дорог, но я считаю, что он должен остаться со своим отцом, который его очень любит. Вы считаете, что свидетели рассказали об отцовской любви? За 1 месяц Игорь потерял жену, узнал о ее отношениях с моим мужем, и что Ваня не его родной сын. Но это не значит, что он перестал любить мальчика. Замолчи! Тишина! Продолжайте. Мне кажется, Игорь еще не успел осознать,
что теперь он один отвечает за детей. Но с него сняли обвинение в убийстве Риты. И приехала Марина, мать Дениса, старшего сына. Я считаю, что им нужно немного времени. И в их семье все будет хорошо. Мне больше нечего добавить. Дима и Рита, отпусти. Да, Коль. Игорь, Марину в Приморске все знают. Она была содержанкой у местного авторитета. Мог и списать ее ради кого-то помоложе. Спасибо. Поздравляю. Ну что, ты уже подумал, как распорядиться наследством? Ваня вырастет и сам решит. Так давай вместе над этим подумаем. Тебе наследство важно? Ты меня использовал. И выкидываешь. Поищи себе другой источник дохода. Господи. Мне это платье стоит больше, чем твоя зарплата. Но раз я не могу тебя содержать, найди себе другого. У меня есть право видеться с сыном. Он сам решит, с кем ему видеться. Я уйду. Только ты не думай, что между тобой и Кирой стояла я. Ты сам виноват. Вцепишься, как клещ, и душишь. Мне тошно от твоей любви. Зато от твоей любви сладко, а потом больно. Стояли? Да. Ванька! Здравствуйте.
Пожалуйста, приходите вовремя. Извините, я прослежу, чтобы впредь было без опозданий. Пойдем. Доктор, что с Женечкой? Мы не смогли спасти вашего сына. Его видеть. Нет, нельзя, сейчас нельзя. Нельзя. Отпустите меня к нему. Доченька, не надо. Зачем? Зачем ты меня родила? Чтобы я выжила в этой нищете? Чтобы я не могла спасти своего сына? Я же не знала. Я не знала, что он тебя бросит. А Женечка родится больным. Я хочу его видеть. Пустите меня к нему. Пустите. Ты куда-то уходишь? Ты же хотел, чтобы меня выставили. Суд прошел. Больше я твоему отцу не нужна. А мне негде жить. Совсем. Прости. Раз отец так решил, значит, у него были веские причины. У меня с Мариной нет никакой семьи. Я видела, как она тебя целовала. Это была случайность. Случайностью было то, что случилось между нами. Женщину ты ждал. И она вернулась к тебе. Я люблю тебя. Я тебе не верю. Зачем ты тогда помогла мне? Не тебе. Ванечке. Он должен жить с папой. И мамой. Он привыкнет к Марине. А сюда ходить больше не надо.
Значит так, здесь видео в ночь смерти Вишневского в больнице. Покажи. Раз вы так довольны, значит, вина Киры очевидна? Скоро мы прижмем и Киру, и ее мать. Чего тебе? Сегодня Кира в суде отбила Ваню у своей матери. А потом ушла от меня. Что молчишь? Она ставки повышает. Игорь, она просто ведет свою игру. Хочет, чтобы ты к ней на коленях приполз, понимаешь? Тебя надо запретить на государственном уровне. Че, нажрался уже? Нет еще. Значит так, геолокацию скинь, я сейчас приеду. Андрей Петрович, а здесь вирус, и программа не пустит, пока все не проверит. А видео в порядке? Я не могу сказать. Я останусь, дождусь, выезжайте. Видео посмотришь, перезвонишь. Что, сыворотка правды? Правде ты не веришь. Игорь, я не о Кире приехал говорить, а о тебе и о Вишневском. Приятный был мужик, да? Тебе виднее. Ты ж с ним дрался в день аварии. Сейчас бы не дрался. Почему? Потому что он был прав. Я не занимаюсь слежкой за женами. Откуда у вас мой номер? Дали одни общие знакомые. Кто? Сказали, есть мент, который лучше всех следит за женщинами и контролирует их. Зачем Вишневскому это нужно было? Унизить хотел. Рита от нас никак не уходила. Решил подтолкнуть, а ты и сейчас понимаю. Для чего ты ездил к нему домой? Психанул. Я понял, что он в курсе моих семейных дел. Андрюх, закажи, пожалуйста, еще водки, у меня деньги кончились.
Зачем ты мне врал? Потому что я знал, чем все это кончится. Я ж первый подозреваемый. Ревность. Железный мотив. Складно у тебя выходит. Не веришь. Я бы тоже не верил. Совпадений-то не бывает. А ты что думал, я не докопаюсь? Думал, мы убийцу быстро найдем. И никому не будет дела, что я был знаком с Вишневским за 3 часа до аварии. Водочки возьми. Че, тебе жалко, что ли? Поехали, я тебя домой отвезу. Поехали. Тормоза отказали, Игорь! Ты живой? Живой. Живой. Живой, живой, живой. Тихо. Скорую вызови. Телефон в машине. Сейчас. Андрюх! Живой? Андрюха! Скорую вызвал. Молодец. Что, выпились за руль, да? Мужики, ну это не дело. У нас тормоза отказали. Тормоза. Алло. Алло, Игорь. Вы кто? Жена? Авария. Один живой, а другой не знаю. Скорая уже едет. Вам чем-то помочь? Нет, спасибо. Нет. У вас снова кто-то из близких в больницу попал?
У меня здесь из близких никого нет. Уже нет. А Юлю Диденко уже выписали. У нее все хорошо. Очень надо. С Андрюхой попали, он в больницу. А ты как? Заживет. А Андрей как? Жить будет. Сейчас переоденусь, к нему поеду. Ты Ваньку в садик отведешь? Отведу. Я думал, уже все закончилось, и мы прошли все уровни этой игры. Ты еще не наигрался. Ты о ком? Разберемся. Да, мама. Почему так рано? Что-то случилось? У тебя же случилось. Ты же не спишь, правда? А тебя это не касается. Если ты хочешь поговорить о суде... Кира, ты мне нужна. Я не приеду. Зло на мне срываешь. Потому что он выбрал не тебя, а другую женщину. Ему с ней хорошо, а с тобой все плохо. Поэтому тебя все бросают, Кира. А ты всегда лучше знаешь, что нам делать, да? По какому праву ты распоряжаешься чужими жизнями?
Женечку уже не вернешь. А тебе дальше жить надо. Как все. Ничего, доченька. Время лечит. Успокоишься. Замуж выйдешь. Будут еще у тебя детки. Детки. И снова терять. Даст Бог, здоровенькие будут. И что я им смогу дать? Что? Нищету? Так, а что мы можем-то? Все так живут. Такая жизнь. Ничего не поделаешь. Я больше никогда не буду нищей. Никогда. Только тогда я подумаю о детях. Теперь я твой дом, дорогая Оленька. Я так счастлив. Для начала я бы поменяла шторы. Что угодно, любимая. Теперь ты здесь хозяйка. Я слушаю. Все, что я делала для моих дочерей. Я тебя не просила. Это ты написала Игорю? О чем ты говоришь? Ты знала, что у Димы есть любовница. Но ты мне не сказал. Я пыталась твою семью сохранить. Ты хотела сохранить сытую жизнь, мама. Я должна была тебя защитить. Ценой другой жизни? Какой жизни? Любовницы Димы, ну разве она не заслуживает? Мама, она погибла. А потом Дима погиб. А кто следующий? Я больше не хочу терять любимых людей. Кого ты еще потеряла? Чуть не потеряла. Расскажи мне. Игорь и его друг попали в аварию. И что с Бондарем? Он жив. Мама? Снимки. Андрей Петрович отследил перемещение Лютаевой в ночь, когда Вишневский умер. У нас есть запись с камер магазина недалеко от больницы. А где сейчас Андрей Петрович? Не знаю, я ему звонил ночью утром, но Олег Николаевич, она попалась. Ты у Романенко научился делать скоропалительные выводы? Продолжай. В ночь, когда Вишневский умер, Лютаева вызывала такси. Машина остановилась недалеко от больницы. А вот почему в палате не были обнаружены посторонние отпечатки? Да. Зятя убила, а наследство не получила. Значит, будет мстить Бондарю.
Олег Николаевич, ночью Бондарь и Романенко на машине Бондаря попали в аварию. Отказали тормоза. Они живы? Живы оба. Я обследовал разбитую машину Игоря. И способ повреждения тормозов в машине Вишневского и Бондаря один и тот же. И пальчики Ольги Лютаевой. Готовим постановление на обыск и задержание Лютаевой. Есть. Мама! 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 Мамочка! Господи! Господи! На свидание собираешься? Красотка. Приду поздно. Так что можешь приглашать своего менеджера. Угу. А как его зовут, кстати? Кирилл. Распереживалась как. Он? Он. Давай иди. Привет Кириллу. Хорошо. Может, он нам и стиралку купит? Я очень на это надеюсь. Пока. Пока. Алло, да? Таня. Мне нужно поговорить с Никой, она трубку не берет. Да, я... Только что она при мне сбросила вызов. Скажи ей, что бабушка попала в больницу. У нее сердечный приступ. Хорошо, конечно. Но только не факт, что она... Да, я знаю, я знаю. Спасибо. Простите, а как там мама? В ее возрасте и при таком состоянии сердца любое волнение может стать фатальным. Я могу чем-нибудь помочь? Привезите что-то из домашних вещей. Ну как он? Да спит. После капельницы. А ты, значит, сторожишь его сон? Я гнал перед ним. Сон-то как? Да. Со мной это что случится? В рубашке родился. Да и он тоже. Ладно, пойду я.
простое. Я зря тебя подозревал. Уже с жизнью прощался. А ты меня вытащил. Прости. Придурок ты. Сам такой. Ладно, замяли. Мы, ребята, все ошибались. Тормоза на твоей машине были повреждены таким же способом, как и в машине Вишневского. Киру подозреваете? Нет. Но мы уже знаем, кто это сделал. Ну так вы скажете, кто это? Или что? Тайны следствия, я все еще отстранен. Это Ольга Лютаева. На видео возле больницы ночью она и пальчики на тормозах твоей машины тоже не ее. Так хотела тебя убить, что забыла об осторожности. Куда мы идем? Есть одно романтическое место. Но я пойду туда один. Я на работу устроился. У меня смена через час. Вот отличная новость. Поздравляю. Я получу первую зарплату и сниму квартиру. Если ты все еще будешь в меня верить, если меня не посадят, я хочу, чтобы ты жила со мной. Такая себе романтика, да? Мама в больнице с инфарктом. Я приехала забрать вещи. А тут этот халат. В нем ампула. Ты ее трогала? Нет. Хорошо. Есть заключение экспертизы. Это Ольга устроила ДТП, в котором чуть не погиб твой муж. А потом... Твоя машина. Говорить с мамой, пожалуйста. Я договариваюсь.
постановление вручить получится? Вы хотите добить ее постановлением? Я бы предпочел увидеть Лютаева в наручниках. Бери Киру и давай на квартиру для обыска. Она хочет поговорить с матерью. Дайте ей полчаса. Да, Бондарь, влип ты, смотрю, по полной. Так точно. Пусть попрощается. Это по-человечески. Хорошо. Зачем ты это сделал? Ты ведь так любила Диму. Дима, ты же знаешь, что я тебя люблю как сына. Нельзя такие решения принимать на эмоциях. Я больше не хочу быть мужем вашей дочери. Завтра с Кирой свяжется мой адвокат. Дим. Да ты выпьешь, а? Тебе выговориться надо. Официант, пожалуйста, принесите водки. Я за рулем. Я тебя отвезу домой потом. Я переехал. Я живу в отеле. Хорошо. Я отвезу тебя, куда скажешь. Давай, я тебя проведу. Не надо. Я дальше сам. Давайте прощаться. Давай. Я машину припаркую, ключи занесу. Игоря ты тоже чуть не убил. Ради меня.
хоть жалеешь об этом? Скажи, что ты жалеешь. Мамочка! Выходите. Она созналась. И про твою машину тоже. Это уже не важно. Она даже не раскаялась. Не успела. Должна сказать дочке. Я позвоню, Денис. Не надо. Я должна сама. Кир. Нас ждут для обыска в квартире твоей матери. Алло, да. Таня, добрый день. Добрый. А Ника рядом? Нет, она ушла куда-то. Ника не берет трубку. Можешь ей передать, что? Что бабушка умерла. Пускай она мне перезвонит, когда сможет. Да, хорошо, конечно. Это было в ее машине. Отдам на экспертизу. А куда папа ушел? Не знаю, наверное, Кире. А почему Кира с вами не живет? Пусть папа привезет ее. Нельзя вот так вот сразу привезти. Они взрослые, должны договориться. А пусть папа подарит ей кольцо. Я в одном фильме видел, что дядя тетя подарил кольцо, и они стали жить вместе. Скажи папе. Ну вот сам завтра и скажешь. Хорошо? Все. Спи. Когда вернулся? Только что. Что случилось? У Киры мать умерла. Как умерла? Сердце. А Ника знает? Ей Кира через соседку сообщила. Она тебе разве не говорила ничего? Нет, она вообще не хочет говорить о маме и бабушке. Понятно. Иди спать.
жаль твоего сына. Но это не оправдывает тебя. Прости меня за все. Спасибо за Дениса. И за Ваньку. Я после суда хочу пойти учиться. Когда суд? Денис, ты чего? Все будет хорошо. Ты голодный, наверное. Давай я тебя накормлю. Как ты вообще держишься? Держусь? Ну да. Она натворила делов, да, но... Она вырастила тебя. Ты считал ее своей матерью? С чего ты вдруг о ней? Потому что так нельзя, Ника. Ты будешь жалеть потом, что не попрощалась. О чем ты вообще? Ника, о похоронах. А кто умер? Ольга. Ты что, не знала? Просила передать, что умерла бабушка Ники. Почему ты не сказал? А ты почему не сказал? Ты же сам знаешь, она ничего не хотела о них слышать. Смогу простить маму. С этим можно жить. Больше всего меня пугает. Если бы у нее получилось. Ты бы жила на деньги покойного мужа, не знала бы, что за ними стоит. Я не о деньгах.
Кира. Кир. Ник. Пусть попрощается. Ей это нужно. Оставь меня, пожалуйста. Она знает, кто убил Диму. Я не желала тебе такого. Нужно вернуть ей все, что задолжал. Ты сможешь найти для меня одного человека? Конечно. Денис, ну ты где? Столик в глубине слева. Покажись. Найди меня сама. Понятно. На что ты рассчитывала? Что ты останешься хоть на минуту? Подожди. Я знаю, что ты меня не простила. Я сама не могу себя простить. Но я верю, что есть вещи, которые можно исправить. Ничего нельзя исправить. Сейчас сюда придет один человек. Я хочу, чтобы ты с ним познакомилась. Кто это? Надеюсь, что для него у тебя найдется прощение. Познакомься. Это твой отец. Думаю, что вам есть что обсудить. Надеюсь, он ей понравится. Хорошо. Я выполнил вашу просьбу. Теперь вы мое. Как Ника? Познакомилась с отцом? Похоже, что они поладят. А как же ты? Ты сказал, что нужно ждать. Я жду. А я не могу ждать.
чего смеетесь? Я уже взрослый мужчина. Можно я обниму взрослого мужчину? Только не называй меня сладким пирожочком. При посторонних. Ты часто здесь бываешь? Иногда. Я часто думаю о них. Как они сбежали. Боролись за свое счастье. Которое здесь оборвалось. Для них оборвалось. Не для нас. Почему ты меня избегаешь? Я боюсь. Ты счастлива без меня? Нет. И я. Что мы будем делать с этим? Я хочу каждый день видеть тебя. Хочу слышать, как Ваня называет тебя мамой. Почему молчишь? Я хочу новую жизнь. Свою. С тобой. Иди сюда. Опа!